Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это начало FIFA сериала в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Монголию. В обычных условиях на Пангее мне вряд ли бы дали сыграть за такую воинственную нацию, а вот на архипелагах милости просим. Более того, в игре у соперников есть и другие нации, которые в обычных условиях банят. Установки игры вы сейчас видите у себя на экранах, обычные правила для наших последних игр. Единственное, что вот обращаю внимание на то, что играем на архипелагах, а не Пангеи. Напоминаю, что не стоит в комментариях писать бессодержательные спойлеры и оскорблять участников партии. Во всем остальном, приятного вам просмотра. Я сказал уже, что делать, повторяться не буду. И доказывает мне, что я не прав, что самое главное. Я думаю, да, Качка, ты не прав, не стоит к монголу отправлять караваны. Я с тобой, например, полностью согласен. Но люди должны на практике доказать свою правоту и не отправлять к монголу караваны. Ну что, неплохое думаю, начало. Что-то в этом есть, Леш. Ты, наверное, прав, как всегда. Неплохое начало. Тут и Стоунхендж возможен, и ресурсы, и... Олень есть, то есть храм Артемиды можно будет построить. Единственное, что это вот озеро, например. А это вода. То есть мы на континентах, но на архипелагах, точнее, но места какие-то, ну такие, как будто это Пангея. Ну ладно. Атаковать с моря, например, каракурам будет сложновато. Давайте на 3 еды. И знаете, я, наверное, начну все-таки со скаутов. Не буду в этот раз откладывать производство на... Хотя, блин, ну это же архипелаг. Ну, в прошлый раз, когда я играл на архипелагах, они оказались не совсем архипелагами, и на одном острове было 5 человек. Так, что мне надо в первую очередь? Животноводство, обработка камня и тут животноводство. То есть вообще мне вот эти три... лучше всего воевать на танках. Если уже возвращаться к началу нашего разговора. Что он против тебя воюет? До танков как-то вот далеко. Танки на танки против монгола, самое оно. Ну, вообще, вот еще и трюфеля тут. Вообще мне нравится. Мне нравится начальное мое место. Ага, вот тут еще город мой. Тут, правда, маловато территории. Блин, или... Не, я все-таки построю разведчика. Мне в прошлый раз как-то не очень понравилось, что я мало территории видел. Так, вот внизу тундра, это мне не очень нравится, поэтому надо вверх будет обсматривать. Да, вот это тундра внизу. Вообще ресурсы какие-то есть, и в принципе какой-то город тут может в будущем стоять. Но надо сверху в первую очередь, конечно, тундра. Играл бы я за Россию, было бы здорово, но за Монголию пока нет. К сожалению, кэшика апаться не получится. Его надо отдельно строить. Ведь он вместе с рыцарем. Ты можешь посмотреть. Ну, я вижу, что он... Он просто... Улучшить до, а улучшается от нету. Так что он... Ну, он даже вместе нарисован с рыцарем. Он не заменяет рыцаря, он вместе с ним. Все понятно. Не шлюша, все понятно. Тут хорошо, что озеро, у меня сразу 5 жилье есть для того, чтобы в озере купаться. Так, куда пойдем? В эту сторону. Блин, ну тут производства не так много. Давайте, наверное, уже сразу тогда поселенца. Здесь возвращаемся. Ты сразу
просто две разные карты, которые... О, Занзибар, это круто. Занзибар крутая ГГшка. Вот ты голосовал за Пангею или за Архипелаги? Корицу и Гвоздику. Да ладно. Можно, значит, на коммерческие районы рассчитывать в данном случае. Так, надо исследовать. Вот сверху надо глянуть. Ну, тут, видите, река есть тоже. Можно было. Вот тут надо посмотреть, как. Я бы вот здесь город ставил, где-то здесь. Вот так. Таким тройничком располагал. Так, еда. Да, производство 6-3. А вот так... 4-3, вот так лучше оставим. Смотрим, что тут еще. Ага, тут какая-то территория есть. Ну, мне, конечно, желательно больше зеленой территории, чем вот этой тундры. Честно говоря, потому что... Было еще, наверное, пантеон на рыбу забанить, ну ладно. Возьмешь его сейчас, видишь, как тебе повезло. Мне даже в прошлой игре вообще этих рыбацких лодок не было. Ну, то есть, по-моему, три рыбы, что ли, обрабатывалось городами и все. Прикольно. Короче, скифы не рыболовы. Да. Пока на континент пойдем. Ну, вообще, такое среднее место, вот из-за тундры, вот тундра и очень много лугов, то есть, получается, не так много произвола, чтобы это степь была. Вообще странно, что у нас скифы. Это неплохо. С другой стороны, как бы, довольно большой у меня остров. Я могу расставлять города, как мне хочется. Не прям уже супер-пупер расставлять, но... Как-то поставить смогу. Так, давайте сразу посмотрим, что тут. О, тут еще одна река. Ага. Сюда город... А, не сюда надо, сюда будет вот это ставить. И там город, а тут кратер. О, еще юнит разведчиков. Здорово, кстати, это не очень неплохо. Почему нет? Давайте сразу еще поселенца. Так, 4-7, а так... 5-6, вот так лучше оставим. Ну, и куда нам вести первый город? Вот там варвары внизу. Раз, два, три. Я бы, наверное... Тут производство дофига, вообще камень. Я бы, наверное, все-таки сюда повел. Пока. Тут надо еще посмотреть, какое место. Тут камень есть, тут производство есть в этом городе. То есть и ставить надо сюда. Вот в это место. Варварский скаут тут вот сверху бегает. Надо не дать ему пройти. Ага, еще один варвар. Ну, тут, кстати, может быть проход к кому-нибудь. Вот это очень похоже на какой-нибудь проход к другому человеку. Слушайте, а давайте глянем... По континентам вообще. Что меня подлагивает опять постоянно с кем-то. Нет, континент все один, никакой я новый не нашел. Давайте подумаем, точно мне тут надо ставить? Ну, конечно, тут кампус. Может, мне сразу выкупить эту клетку у Занзибара? Чтобы он сюда не рос. То есть здесь кампус неплохо встанет. Тут кампус, тут коммерческий район, тут гавань. Вот это будет неплохая связочка. А что у нас по поводу правительственной площади? Где ее делать?
тут еще куда-то проход, блин. Как ты красиво это город поставил. Вы что, там уже встретились с кем-то? Кто у нас француз? Это я. Привет. Mm-hmm. Я очень рад тебя видеть. Я не очень. Тут реально кто-то еще может быть. Вот. Ну, в принципе, а чего мне бояться? Это они пускай боятся монгола, правильно? На кавалерийских юнитах-то. Ага, тут все-таки конец карты. Хорошо. Тут конец карты. Значит, вот тут кто-то может быть все-таки. Ага. Зулусы. Здорово, зулус. Привет, монгол. Нормально. Это классно. А вы не подеретесь, а я не подстрекала. Так, что там у зулусов? Города с размещенным юнитом получают плюс 5 с размещенным захват города юнитом. Раб? Повышает его до корпуса или армии. У него там раньше начинаются корпуса, вот в чем проблема. Может раньше корпуса. Ладно. Так что не к мамлюкам. Ой, как все грустно. Ты, надо сюда город ставить. Какое-то время держал арабов. Я передумал. Я с арабами собирал. А, ну Зулус уже второй город ставит. Я на самом деле очень хитро понял, что ты рядом со мной. Я нашел чудо света, но мне за него дали только одну очко эпохи. Я посмотрел. Мне надо вот сюда город ставить будет, а не сюда. Вот сюда. Так, опять гайды по обнаружению. Леша, что за фигня? Да я не знаю, что-то люди не хотят на свою победу играть. Добрые все, хотят, чтобы комьюнити развивалось. Не ЧСВшники совсем, а мы здесь таких не любим. Так, делайте гайды, видео, текстовые и прочее. Нафига приходить в игру и рассказывать, как другим? Победите сами. И все умеет тут. И говорить всем. А, вот это второй город. Столица там. В общем, надо сюда полюбасу ставить. Так неинтересно. Ну и с чего начнем, наверное, строитель все-таки? Так. А там есть второй континент? У меня там пик. Давайте. Карта, где лучше... два человека на остров. Орошение. К сожалению, нету у меня. Я вот собирался как раз вот к этому чуду поселиться. Нету. Я поселился. Хотя ферма вот тут. Где ты вообще живешь? Так, я хочу вот эту клетку город выкупить у Занзибара сразу. Она у меня была. О, варвар. Какая прелесть. Не, ну смотри, тут как раз вот у нас тут речка есть между нами. Забавно, у Лунзи стоит. Проходит. Мой город стоит. Ну, в принципе, можем вот. В общем, мне желательно в эту сторону как-то пробовать сейчас город. Ну, третий город точно сюда надо ставить. Ты просто справа вот находишься, да? Без вариантов. Ну вот. Как бы ну тебе сказать, там справа 6 клеток суши. Ну, у нас тут не лучше, скажу. Мы можем селиться, насколько понимаю, вверх поставить по 4 города, а потом упарываться друг с другом. У меня вопрос, а что вы ожидали от архипелагов? Нет, все в порядке. Я надеялся, что будет Помпеи.
Да ладно, не пойдет же он на Францию. Чего бы нет? Ну, на Эверик уже сходил. Ну, потому что Франция мирная нация, добрая, не надо ее обижать. Да, до шапок не стоит. В общем, мне надо идти в коляске и походу этими тремя юнитами сносить Зулуса. Потому что ждать его импи и ранние корпуса, по-моему, так себе идея. Ну серьезно, вот как тут в мире Зу... Была бы другая, любая другая нация, наверное, можно было бы посидеть, но... Зулус... Кстати, надо сразу, наверное, построить караван и отправить к нему. Ой, здравствуйте. О, и где вы живете, сэр? Ну, он, видимо, где-то там сверху будет ставить. Китай. Выше. Ну, насколько выше? А вы где живете? Ну, ниже, вот, ты можешь... Прям даже видеть, нажав четверку, наверное, границы мои. А вот вопрос. Вы знаете, это может быть скаут, например. Ну ладно. Его разграбил. Если я вот под бананы на воду поставлю город, ты расстроишься? Понимаете, я как бы боюсь. Я тебе могу даже туда идти. Воды столько, что и бананов. Вот сюда. Не расстроюсь, если я стану чуть выше. Ну, черепаха моя? Да. Вставай. Он туда куда-то идет. Ясно. Ну, блин, что подвисло все, ё-моё. Вот сейчас самое время, да? Ну, если бы ты вверх пошел, я бы ничего не делал. А так как ты в мою сторону идешь, то зачем мне город подстольный? Я и даже не знаю, что у тебя там стольный. Иди вон вверх ставь, у тебя вот там река есть. Раз, два, три, четыре. Четыре хода надо как-то простоять. О боже. Ну, конечно, жалко, что я караван не отправил
к Золусу. Ну и город ему давать тут ставить. Так. Не было никакого смысла. Таец, ты нашел ГГшку? Я да, а ты? Ну нет. Я даже знаю, какую ты нашел. Культурную. Не угадал. Как-то. Ты что, уже монумент построил? Смотри лучше. Но это честно, там тебе далеко идти, и ты там еще встретишь не только меня. Ну, еще кто-то есть здесь. Ну, блин, опять фигня. Да. Не те архипелаги поставили опять. И тот факт, что у меня из Занзибара у Фантома его нету, очень важен, между прочим. Это очень неплохо. Что он хочет? Военный лагерь. Военный лагерь надо будет создать здесь. На самом деле. Где он, кстати, этот военный лагерь? В обработке бронзы. О, а теперь Леша призадумался. Да, тут Зулус безобразничает. Неужто-таки в наемники пошел? Ой. Влад, можешь варвар? Это я варвар. Зря. Дубинку, короче, на нее рубать. Ращники пошли. Потом лучники будут. Мне тоже нужны пращники. Срочно. В общем, дуэлька тут у нас сейчас будет. Сейчас скаута. Отлично. Спасли. Надо бы в мастерство скорее выходить, чем в раннюю империю сейчас. Так, камень обработать. Еды, кстати, дофига, в отличие от меня. Хотя вот у меня тоже ты еда есть. 11 получить, китаец. Блин, он уже и черепах это обработал, да. И там науку получает. Это 2. У меня 5, у него 7,3. Теперь тебе расскажи. Ну ладно. Найдите китайца кто-то. В чем? За лагерь 3 дают. За руинки плюс 1. 2 руинки, 1 лагерь, пантеон. Все уже больше, чем надо. Негодяй. Наверное, ГГшку еще встретил. Я желтую, только за белую. ГГшку не дают очков. Ну ничего, белую встретил, пантеон быстрее основал. Ну вот, видишь, ты уже проанализировался. Рыбу-то взяли уже? Да, я взял. Почем? Чем? Ну и зря. Да, полутухлая. Мне кажется, тут искра сильнее зарешает из-за гавани. Она работает на гавани? Значит, не зарешает, да? Значит, не зарешает.
Чё там, когда? Кращники. Кращники. Слушай, там такая лисица. А у тебя будет две лисицы китайцы? Зато в темный век стопудово выйдем. Здравствуйте. Я очень плохо слышу. Говори, дружить давай. Дружить прям. Давай. Мы думали, нас эти чуваки будут ждать. Класс. Я прям могу прачнику даже навалять больше, чем он мне. Ну, блин, подвисло еще на пантеоне прямо. Ну. Только на рис потом дуболом. Блин. Не, я дуболом вообще что. Разведчик-то построил. Так, священные места. Пища от лагерей. А кромлихи кто-то взял уже? Блин. Прачники пошли. Так, ну мне надо в стрельбу из лука выходить. О, фиг, нафигарил он прачников-то, а? Антон, привет. Привет, а ты где? Где-то сверху. О, строитель твой пришел. Это ты по этой кишке пришел? Да. О. То Фантом еще один сосед. Угу. Дружелюбный сосед. По кишке пришел. Мы вроде как подписывались на другое. Так толпа. Тут какая-то странная карта. Но если все друг от друга через какую-то кишку, то это там тик. У нас может низкий уровень моря стоит? Нет, обычно стоит. Ну, стандартно. Прачником и этим.
Фантом, так если тебе есть где расселяться, может, будем мириться? У меня 3 города поставлено, больше у меня ни одной клетки нет. Так а сверху тебе говорит чувак, что ты откуда сверху пришел? Ну так иди. Туда не я так полагаю, там же он. Нет, он далеко пришел. К тому же, ну, как оборонять вообще территории через кишку? Это ж морская карта. Тут на море к тебе будет приходить, захватывать твои улунди на бамбу и... На две... Я не вижу, правда, на море она стоит или нет. Ну, эти-то два города на море. Смысл тут воевать? О, у тебя еще и варвары сверху прессуют. Этот же город не берется, ты понимаешь. Как знать? Там плюсы, да? Так, а где у нас стены? Может, в стены выйти сначала? Видите, придется Виктора вначале брать, а не Магнуса. Блин, кто там поет? Это пение зулусов. Кстати, то, о чем я говорил. Я сейчас проверил. Вот. У всех же есть всякие друзья. Раз, ну, два, не три, друзья, четыре. Кто кого-нибудь встретил, он может. Давайте еще по одному прачнику. И все. Третью вкладку взора уровня доступа, где? Там, где... Которая третья, короче, перед союзом. Вот, и там написано, что повышает дипломатическую видимость за это. Что? Ну, за Монголию. Вот, создать торговый пост за Монголию. И просто создать это... торговый пост. В разделе, чтобы повысить уровень доступа, можно. Ну, за Монголию дает плюс 2 за торговый пост вместо одного. Что ты хочешь сказать? Нет, там написано создать торговый пост за Монголию. Это не написано, просто создать торговый пост, и это повысит ваш этот. Ладно, Мунлайт, да, ты прав. Так, так и есть. Все верно. Качечка, проще согласиться. Зачем ты. Да, я молчу вообще уже, понимаешь? Я просто. На самом деле. За любую нацию знаю, торговый пост повышает дипломатическую видимость. А за Монголию просто в 2 раза повышает. Отстань. Ну, в смысле, я пытаюсь разобраться, чё вы же... Я давай тебе говорю. Слушай, давай ты после игры или тихонько не с нами будешь разбираться. Меня, например, ты отвлекаешь сейчас немного. Если ты не знаешь, как формируется дип-видимость, мы тебе объяснили, ты пытаешься нам что-то другое доказать. А чё он сюда пошел, блин? Выперся зачем-то. Иди обратно. Мне бы этих черепах еще обработать как-то. О, лучники. Лучники — это уже неприятно. Ну, я сначала стены, наверное, открою. Все-таки.
А где мне тут производство взять? Вот тут возьмем. Так. Все, хватит. Торговца надо построить, тут дорогу провести. Здесь монумент, наверное. Блин, ну стены же долго будет строиться. 80 производства. У меня тут... Нет, не 80, наверное, это базовое. 40 производства будет. А у меня тут 6. Все равно долговато. Надо... Лошадей обработаю. Монумент. Боже, какие тут территории странные. Да, ну тут упорочка с зулусом. Дружить с ним смысла не было, потому что он развивается в свои корпуса и потом выходит, корпусами сносит. Вот в чем проблема. Мне бы, конечно, в свои колеса как-то выйти. У тебя будет... Не знаю, воин. Мощь 21. Стоило ли оно того? Короче, стрельба из лука, каменная кладка. Колесо. Мне кажется, ты слишком много захотел. Рудник для добычи ресурсов. Вот нигде построить. Нету у меня рудника для добычи ресурсов. Вон где варвары. А что ты имеешь в виду? Священку уже построил и кампус построил. А, кампус. Интересно, на чем так ты... Он же может распространять религию. На чем ты хорошо сэкономил, интересно? Ну, почему сейчас надо было подвиснуть именно? Так, в Каракорум. Может, в Занзибар? Чтоб деньги были. Сначала надо в Каракорум. Это же неспроста. Либо у тебя очень крутые места. Слушайте, а может в верховую езду выйти? Это и всадники будут, и... Я их могу строить, потому что у меня двое лошадей. Да. Пошли в верховую езду прям сразу. 8 ход... Нет, стрельбу из лука сначала, потом каменную кладку. Потом вот так. Боже. Блин, два хода. Мне бы сейчас, конечно, прачников. Ужас, вы до сих пор ходите. Ну, у нас тут война. О боги. Мне кажется, вы опять быстрее. Вот
там есть два типа архипелагов, и вы опять создали тот, там, где большие острова и несколько людей. Нет, там есть архипелаги и архипелаг. А, нормально стоит. Ладно, тогда окей. Фух-хота. Так. Что мы тут поменяем? Производство, юниты. А у тебя там как Алексей с соседями? А у меня их нет. Повезло тебе. Я ж тебе предлагаю мир. Ну, по-моему, сейчас мы оба в выигрыше. Если ты понимаешь, о чем я. Нет, не очень. Поясни. Ну, типа, продавить мы друг друга не можем, но войска покачать. Очень хорошо. Если бы мы были на Пангее, я бы согласился. Но так как тут явно к нам приплывут не морские, не наземными юнитами. Да не слушай, Алексей. Ну, я думаю, соседи-то у тебя есть. Нет, тут просто такая ситуация. Я не думаю, что действительно кто-то кого-то может продавить. Я так город поставил нормально, мне кажется. Давать ему возможность качаться. Так. Кто решил по джунглям погулять? Что? Монумент завершен. Вообще, блин, конечно, поселенцев надо бы построить. Я-то как бы смогу тут стоять. О, он решил вперед влезть. Ну окей. Давай попробуем. Военную традицию, чтобы кавалерии строить. И пойдем в политическую философию дальше. Ну, блин. Проблема орошения не открыта.
Так, темные века. Некуда ставить пока эти карточки. Давайте, наверное, поселенцев начнем уже строить. Ну, сколько висеть можно? Да. Что за пауза? У меня висит игра, я не могу ничего сделать. Ни карточку поставить, ничего. Просто ничего не происходит. Я вот только сейчас увидел, что я паузу смог поставить. Вперед, Зулус. Сейчас будем отходить. По чуть-чуть. Привет. Привет, Конго. Ты через ГГшку, что ли, от меня? Не, я далеко отсюда. Прям далеко? Ну, у нас один континент, да? Ну, я имею в виду физический остров, да. Да. Здесь поселенцы, через два хода всадники. Всадников я смогу строить. Испанец. Это, конечно, было классно. Я тут борюсь с варварами, разбиваю их, а ты подходишь сзади и забираешь их в лагерь. Ну и... да, это было подло. Прости, но я тебя не видел, пока не забрал его. Не, ну я там вчетвером, у меня там три варвара. Я ж тоже мог забрать, ты там тоже с одним хп забирал этот лагерь. Там холмы были, я вообще не видел тебя. Думал, опускай. Видел мои города и юниты перед этим. Я не знаю, было бы, наверное, честно, справедливо хотя бы поделиться. Честно и справедливо, и слова. Кстати, Конго, если ты собираешься идти дальше налево, то ты тут не пройдешь. 6 ходов, отлично. Ну если я построю стены, то все, этот город точно не берется. Ну и мне всадника надо построить. Ну если я дам открытой границы, то пройдешь. Но я не дам. Ну ладно. Спасибо. Но дружить я готов. Давай. Да, пойду сюда поставлю. К чуду. Деньги мне понадобятся, поэтому давайте возьмем и встанем в защиту. Четыре хода, стена. Ты что? Строишь много юнитов.
А, мне Кабул понравился. Что еще поселенцы начну пока строить, но следующим ходом ребята, некуда ставить города, вы понимаете это? Вообще не успеваю походить по морю или по суше, все в джунглях. Да. Этого лучника обстреливать. Так. Опять вишу, да ё-моё. Чё, прокачивать мне Виктора или... Какие у него тут есть? Плюс 5 к боевой мощи, ну да, придется прокачивать. Так, меняем... Свержение юнитов, вот кавалерии. И здесь строим всадников. Фантом, может, мир? Да я не собираюсь с тобой тут воевать. А чё ты юниты тогда приходишь, теряешь? Я прокачивать их хочу. Не получается. То есть прокачка юнитов заключается в том, что они у тебя умирают просто. Ты слишком быстро щелкаешь. Как я быстро щелкаю? Я же не в начале хода это делаю. Ну, подряд два щелчка и... Подожди, ты подвел дуболома сейчас. Он уже тебя не мог никак ходить. Какой? Причем тут щелчок вообще? Ну да, ну я думал, что я... Что он не умрет. Ясно. Печалька у вас какая-то там вообще творится. Да не то слово. Потом ты нашел этот одинокую клетку острова. Ты не доплыл еще. Нашел. По-моему, там будет идеальный город. О, ГГшка, прикиньте. Смотри. ГГшка, это хорошо. Блин, мне счастье надо еще. Знаете что, давайте мы лучше орошение откроем. А потом в деньги вот так пойдем. Блин. Варвары одолевают. Спасти дуболома. Он отступил, что ли? Это здорово. Давайте тогда этого лучника сюда. Так, строители. Ага, орошение надо будет сейчас обработать. Виноград.
Слушай, Конга, где ты американцев встретил? Стокгольм нашел? Стокгольм? Да, Стокгольм. Слева по Стокгольму. Класс. Тут будут лучники явно. Тридцать девять. Монгольская орда. Хали-гали. О, это жилье, кстати, дает. Хоры за мной идти. Дайте полечиться где-нибудь спокойно. Типа поселенцы дострою. Я просто не думаю, что тут я всадниками смогу что-то сделать. Прорваться. То есть персу надо... А с другой стороны, если его обвинять, то он сразу тебе кидает войну и все. Фантом, ты загрузился? Да. Катечка, а я, по-моему, тебе дружбу послал. Ты не принял? Да. Ну, ты хочешь, я могу сейчас принять, если тебя это устроит. Да, устроит. Бьют же, наверное. Я тут тоже, типа, обдумывал всякое. Жизнь и смерть. Ну, у меня там равнина равниной, поэтому там вроде территории много, но на ней нету холмов. А у тебя тут... Знаю, я вот бегу, у тебя есть холмы желтые, причем вот при река под рыбой, не вижу проблем. Ну, вот это единственное хорошее место. Плюс там еще кампус на плюс 3 сразу. А я твоих мест я вообще не вижу, но то, что я видел возле... Рэя, так там вообще чудесно, там рубите. Поэтому я туда холме. Город и поставил. Да, там кромки на 3 города. Ну, не на 3, не надо перевирать. Уйдите, бешеные сволочи. Тут два заряда, тут один. Надо сходить железо, может, обработать. Конг, дай на ход, пожалуйста. Прям ходу нельзя отменять. Следующий. Так, давайте думать. Один город пер сюда поставлю, другой сюда. То есть вот этот надо сюда ставить. Угу. В принципе, еще тут город. То есть 7 городов в
вполне можно поставить. Что там у Зулуса? Неужели он больше не ставит прям? Не, у него 4 города, но он военный лагерь построил. Кстати, мне тоже надо военный лагерь. А таймер сразу не поставили, не? Это же загрузочный ход. А, забыли, наверное. Надо мне вот тут военный лагерь. Нет, вот тут военный лагерь. Это вообще будет зашибись. Огонь. Я дострою сейчас амбар. Ой, амбар. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!